Я бы не вложился, потому что не думаю, то, что это как бы через год будет все-таки расти, может упасть и все, банкрот. Я бы не вложилась, но, возможно, моя мама, не знаю, даже. Нет, я бы не вложился, не считаю стабильной. Это надежнее, удобней. А если все это рухнет и обвалится, как считаете? Ну, так же и бумажные могут. Мне кажется, что да, устойчивая валюта. Потому что сейчас развиваются компьютерные технологии. Ну, они, в принципе, уже не развиваются, а развиты. Я думаю, что это за ними будущее, за этими биткоинами. А все эти биткоины – это та же самая пирамида. МММ и все остальное. То есть, кто самый первый взялся за биткоины, тот и получит. А все остальные, опять, как всегда, будут за бортом. Возможно, она будет стабильной, но сейчас вкладываться в нее не стоит. Может быть, в 2011-м, когда она была дешевая, возможно, было в нее вложиться, но сейчас не думаю. Возможно, создавать эти биткоиновые фермы, но это небезопасно, потому что курс может упасть. Ну, насчет стабильности у нас, конечно, уверенности нету, поэтому я не влаживаю. Я вообще не знаю об этой валюте.